сознанием поняла, кто подстроил ловушку для Джана, однако она в то же время узнала, что и сама является частью этого плана. Но сможет ли теперь Санем рассказать об этом Джану? Пойманного человека передали полиции. Джан устраивает пресс-конференцию, на которой восстанавливает свою репутацию. А на пресс-конференции ждет сюрприз для Эмре и Санем. К тому же Джан услышал, что Санем влюблена в него. Разумеется, Джан не намерен отпускать Санем. Посмотрим, сколько еще сможет Санем убегать. В это же время в районе раскрывается секрет того, как Айсун сбросила вес. Но Мифкюбе очень расстроится из-за этого.